Я расцениваю его как прямую угрозу уже конкретно журналистскому коллективу телекомпании НТВ, как попытку моей личной дискредитации. Все. И мы, выходя сейчас на улицу и поддерживая нашу коллегу, хотим показать, что если нас хотят заставить бояться, если думают, что таким образом мы будем работать по-другому, будем слушаться властей, понимаете, то не удастся, мы не боимся. Нет, хотят по... У меня жалости клёв. Она вот там стоит, это гора, она здесь, куда нам идти? Нам просто, чтобы кто-нибудь из программы компании, по программе...